16 организаций образования области принимают участие в областном конкурсе на присуждение гранта АКИМЭСКО. Та организация, которая заявит о себе лучше остальных, получит специальный почетный диплом лауреат конкурса «Лучшая организация среднего образования», а также сертификат о получении гранта в 800-кратном размере минимальной заработной платы. Жюри будет оценивать по 11 критериям. Это и материально-техническое обеспечение школы, это условия для инклюзивного образования, это безопасное условие для учащихся, это качественный состав педагогов, чтобы он как бы повышал свой уровень, это достижение учащихся на разных уровнях, международном, республиканском. Этот конкурс проводится ежегодно, каждый год увеличивается количество заявок. Первый городской общеобразовательный IT-лицей принимает участие в традиционном конкурсе уже третий раз. В 2014 году организация среднего образования проявила себя лучше всех и выиграла грант. Средства потратили на улучшение материально-технической базы, говорит директор лицея Оксана Новикова. Вот и в этом году решили снова попытать свои силы, успешно пройдя городской этап конкурса. За последние три учебных года достижений в лицее немало. В этом учебном году, как считается, основное интеллектуальное соревнование – это предметная олимпиада. У нас в этом учебном году 6 медалей республиканского уровня. Это впервые в истории лицея. Мы участвуем в защите научных проектов. В этом году наши ребятишки, учащиеся 9, 10, 11 классов, участвовали в национальной школьной лиге по волейболу, победили на городском, областном этапе и представляли нашу Северо-Казахстанскую область на республиканском этапе. Семиклассники лицея по шахматам также прошли отборочные туры городской, областной, победили эти оба тура, и на республиканском туре национальной школьной лиги по шахматам завоевали 5-е место. Цель конкурса – выявление, обобщение и распространение эффективного педагогического и управленческого опыта, а также стимулирование профессионального и личностного роста педагогов и руководителей организаций. Немаловажное значение имеет выявление тенденций развития системы среднего образования в стране. Анастасия Кузнецова, Казбек Рыкбаев, МТРК.